Пятый сет и 6 очков, 5 соплей. Наслаждайтесь. Кто знает, то знает. Ой. Вот первое очко без сопли, как бы просто не приняли подачу. А уже прошло 13. Какой счет? У меня всегда ощущение, что счет 9-9. 4-3. Или 0-0-7. Не, сейчас нормально, сейчас все по счету. 4-3. Сейчас по счету. 4-3 только, офигеть. Даня, как будто уже жизнь прожил. Ну, долгие розыгрыши были. Да, согласен. Ну, вот сейчас браво, ну, потому что вот опять, вот это вот, как на БКМ-очке срезало заход. Нет, хотя бы вот это хорошо, потому что нормальный розыгрыш хоть. Вот сейчас, да. Так, подача Алана. Ну, сейчас поработать. Справа сейчас поработать. Сделай потом нарезочку. 2-2 командные, 2-2. Конечно. И вот эти вот 6 сопли. И одна сетка. По пару. Две команды. Ну, и одна сетка. Сетку не натягивают, походу, что? Оп, справа, справа, работаем! Работаем справа! Ну, работаем, работаем. Справа работаем. Как принять? Соплей, правильно? Они уже умеют это делать здесь. Просто наслаждайся. Да, сейчас надо момент выяснить это. В край, надо длинно в край. Там видно, да, тоже сам. Длинно в край, надежно тебе. Опа! Чуть-чуть вылетело, и то сверху. Пожалуй, чуть-чуть корейца уже тоже. Да, собственно, что происходит? Сейчас пятый сет, пятый матч. Все решается между командами Казахстана и Северной Кореи. 5 тривел корейц, 5-6. Хорошо было. Опять сопля. Наслаждайся! А кто повесил? Кореец повесил. И в итоге не докрутил. Но Алан был готов к этому. Сейчас на своей надо две справа. Заходик найти заходик. Нифига, у тебя рука трясется. Штатив нет времени стоит. О, нет, сюда! Наслаждайся!
Это не мои слова, простите меня. Это Артем Двойников, все, можно ему привет? Нас все устраивает, вроде бы. Это фантастика, что происходит? Что происходит? Кстати, у тебя на камере одна пока, да, сопля, или две там? Все, ну в смысле, а на этой, да, но я же ставлю, значит, могу, я могу сколько? Ставить. Их уже было 7? Их уже было все. Здесь реально, если где-то в каких-то розыгрышах было по две сопли, то в целом, я думаю, суммарно может быть столько же, сколько очков. Ну было, когда вот талант там упал, еще там было две сопли, да, по-моему. Да. Вот и работаем. Справа, справа, работаем! Работаем справа! Опять сеточка была. О, смотри, смотри, флаг подъезжает, флаг подъезжает. Атя. Ну вот как будто уже весь сет, вот Алан удобно. Этот кореец что-то катает, катает. Что-то дает справа играть. Время зайти нормально. Вообще с кайфом. А сам не играет справа уже особо. С кайфом двигаемся. Главное, без соплей. Все, ну то, что реально, единственная проблема. Хорошо коротко стали стал. Нет, не дошел. Хорошо, да, коротко кореец. И Алан хорошо коротко. Нет, ну то, что кореец, блин, китайская накладка и коротко нормально. Слета прям. Алан стал хорошо принимать. Стоит справа, вылетит, не вылетит, стоит даже на коротко и успевает, если что, на вылетающий начать. Алан, давай, давай, давай! Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Хочется 9-9. Посмотри. Подача не Алана, плохая тема. Так то он же хорошо принимает, искал. Почему слева? Почему он развелся слева? Почему он справа не пошел? Вот один зашел и потом слева, и второй то же самое, зашел и потом слева. Критическое. Заходи, да, до Талова справа работать. Кстати, вот если бы Алан остался, наверное, он бы пережал его, да? Я думаю, да. 8-8! Немножко прям под нервишки прям. Мы здесь двигаемся так как-то. Оп. Фу, пот. Вылетел. Накрыл. Хорошо. Сори. Ё-моё. Хорошо. Да, туда. Две сопли уже в очке. Ближе, 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 ближе. Ну просто опять хорошая. Опять две сопли в очке. Блин, ты видел, кореец. Вот, кстати, вот. Только кореец, наверное, вот так мог уверенно на заход пойти, когда Алан докручивал. Вот это реально круто. Короче, заход. Он помирает. Нужна пауза. Заход это прям их стихия. Надо медицинский тайм-аут намыслить. Конор Макгрегор немножко выдыхает. Надо на розетку нажать, стола с подсветкой, чтобы отключилось, чтобы техпауза нужна. Конор Макгрегор немножко выдыхается. Так, какой счет сейчас? 9-8. Ну, 9-8? Ведет? Проигрывает? Ё-моё. 8-6 вел. Вроде бы. Да, звучит правдоподобно. Нет. И в итоге опять, вот блин, вот это тоже круто, вот мяч как будто оставил? Короткий. Нет, короткий мяч, и он просто его смахивает. Ну, он его сверху вот играет, сверху, он высоту, сверху, он да, вылетает да, не, да, по, не да, по длине, да, а по высоте. Да, это круто. Фу. Так, короче, счет 2-2, 10-8. Что, длинная будет? Нет. Хорошо! Вперед скинул, хорошо, вперед! Не успел нормально зайти. Мне кажется, после длины у него бы больше времени было. 100%. Но если бы Алан не ловил бы, он по прямой начинал по длине несколько раз. Начинал? По-моему, была тема. Если захода принимал. Я думаю, короткая вправо и длинная срезка влево.
Длинная срезка. Этот будет резать с короткого? Да, я думаю так. Блин, главное, чтобы Алан оставил нормально. Тут это от прям... приема зависит. Блин, может вылететь прием. Здесь прям не знаю, фу. Но мне кажется, будет, не будет коротко. Тихо. Почему слева? Честно, я хочу, чтобы это не заканчивалось. И опять вот зачем кореец слева реально пошел? Вот они слева идут и проигрывают, да? Блин, кореец, я думал, прям сейчас дашь мне, вот прям сразу. Блин, Алан молодец, прям зарезал, четко подставил, не дрогнул. Ну это будет прям крутой комбат, если сейчас выиграть. Тихо. Справа. Коротко, хорошо. Стой! Скажи это! Кайфуйте! Надо вот сейчас! Вот сейчас надо! Прогноз, походу, не заходит, но это и лучше. Да, я сказал, что он должен когда-то ошибиться. Это самый лучший момент для ошибки твоей. Реально. Он, это приятный момент ошибиться. Да, нужно скидывать, конечно, я не могу держать нормально. Мне кажется, Алан скидывает подешь. Не, хорош, зачем скидываешь? Из центра, к примеру. Ну быстро скинь, как при 10-8? Ну, будет активнее стараться. Блин, может вылететь. Что это было, Карл? Нет, на сути, все самое интересное впереди. Ваша комиссия, ты наша спасся! Пару слов после произошедшего. Это очень круто. Чё? Это очень круто. Все, ты уже, ты понимаешь, что ты уже эмоционально окупил свои билеты? Ты уже был на историческом событии. Я Ваню хочу. Да это все будет. Да не, круто, конечно, круто. Фу, ладно. Бля, не знаю, нет пока что слов, одни эмоции. Ну, это просто песня. И причем, они сейчас же должны играть с Пакистаном. С Пакистаном прямо сейчас. Ну, это что тут уже это? Все, мы работаем. А все, мы уже работаем. Так, с нами отец героя, одного из героев, ладно, сегодняшнего дня. Тренер, отец, все вместе, all inclusive, Геннадий Герасименко.